Программа, которую я предварительно изучил, вселила надежду, что удастся закрыть пробелы в собственных знаниях, с одной стороны. Ну и, во-вторых, могут оказаться полезными для того, чтобы противостоять кризисным явлениям, которые сейчас на рынке. Мне понравился вводный доклад Тимура тем, что он на злобу дня для маленьких сетей полезен. И в нем прозвучал ряд практических полезных советов, вполне полезных для маленьких сетей, отдельных магазинов. Очень энергичным и полезным считаю доклад Игоря Рызова о переговорах. Ну что еще, из сегодняшнего дня Сергей Леонов, колоритный доклад. Если даже не все по там, моей тематике попадает в точку, то, по крайней мере, заставляет размышлять, думать. А так, в принципе, признателен всем спикерам, все старались. Есть точное ощущение, что в набранных знаниях есть практически применимые вещи.